Привет! Это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам интересные факты о пуделях. Дружелюбные и очаровательные пудели – одни из самых распространенных пород собак в мире. В свое время владельцами представителей породы были Ричард Вагнер и Элвис Пресли. Именно пудели находятся на втором месте по уму среди всех пород собак. Об этих интересных фактах о пуделях и не только расскажем далее. Пудели способны стать хорошими питомцами для самых разных типов владельцев. Эти собаки подойдут как большим семьям с детьми, так и одиноким людям. Они хорошо уживаются с другими животными и отлично ладят с детьми. Также важно отметить, что представители породы гипоаллергенны. Они практически не линяют и не имеют специфического запаха. До сих пор точная родина пуделей не установлена. За звание места происхождения этих собак сегодня борются две страны – Франция и Германия. Большинство ученых считает, что пудель ведет свое происхождение из нескольких стран и является результатом скрещивания нескольких пород собак. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Пудели не раз становились любимыми питомцами знаменитостей. Король рок-н-ролла Элвис Пресли не только содержал дома несколько пуделей, но и часто дарил представителей породы своим друзьям. А вот композитор Ричард Вагнер всегда брал своего пуделя на репетиции оркестра. Владельцами пуделей также были Никита Хрущев, Уинстон Черчилль и Жорж Санд. Пудели-любители поспать. Чтобы выспаться, этим собакам необходим 13-часовой сон. Если представители породы долгое время спят меньше 13 часов, они становятся раздражительными и вялыми. Пудели обладают высоким интеллектом. Их умственные способности в мире собак уступают только уму бордер-колли. Пудели быстро запоминают команды. Они очень послушны и артистичны. Именно поэтому из них выходят великолепные цирковые артисты. Большие пудели использовались в Советском Союзе в качестве служебных собак. Представители породы ценились за свои великолепные физические данные и отличный нюх. Сегодня больших пуделей можно встретить на службе в таможне. Также нередко представители породы используют в качестве помощников при охоте на птицу. Таковы интересные факты о пуделе, породе собак, которые есть чем восхитить и даже удивить. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!